25 марта Россия отмечает День работника культуры. В Тверском академическом театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвященное этой праздничной дате. Заслуженные награды получили работники музеев, театров, библиотек, домов культуры. На торжественном мероприятии работникам культуры Верхней Волжи были вручены следующие награды. 6 сотрудникам отрасли присвоено звание «Почетный работник культуры и искусства Тверской области». 49 человек в 13 номинациях стали лауреатами премии губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства по итогам минувшего года, который был очень непростым. Из-за ограничительных мер вы не могли в полной мере заниматься своим любимым делом. Но ваш энтузиазм, вдохновение, изобретательность переформатировали деятельность учреждений культуры и позволили проводить многие мероприятия в онлайн-формате, не теряя связи со своими зрителями, слушателями и читателями. Развитию отрасли и поддержке ее работников в регионе уделяется большое внимание. В 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» был проведен капитальный ремонт в 6 учреждениях культурно-досугового типа в сельской местности. Создан виртуальный концертный зал в Лихославльском районе. 267 работников повысили квалификацию. Кроме того, в 78 муниципальных домах культуры закупили новое оборудование и мебель. Уже 98% от общего количества библиотек Верхней Волжи имеют доступ к интернету. Традицией для Тверского региона становится выступление музыкантов с мировым именем. Баховский фестиваль, фестиваль русской оперы имени Мусоргского, Пушкинский праздник поэзии в селе Берново, областной фольклорный праздник «Троицкие гуляния», региональный фестиваль народной инструментальной музыки «Андреевские дни», фестиваль искусств «Музыкальные вечера на Селигере», музыкальный фестиваль «Вижу чудное при воле», посвященный Леймешу, фестиваль Юрия Башмета, пасхальный фестиваль под руководством Валерия Гергиева. С праздником работников культуры в этот день поздравил и губернатор Игорь Руденя, в своем послании отметивший, что благодаря их профессионализму и энтузиазму за Тверским регионом прочно закрепилась слава одного из крупнейших культурных центров России.